Новые скандальные подробности катастроф с Боингами выяснили журналисты «Нью-Йорк Таймс». Как оказалось, пилоты различных авиалиний после первой катастрофы в Индонезии не раз обращались к руководству авиаконцерна с просьбой решить проблемы нового программного обеспечения. В «Боинге» систему маневрирования дорабатывать отказались. Впоследствии именно эта ошибка стала причиной падения лайнера эфиопских авиалиний. Однако в «Боинге» до сих пор утверждают, что якобы не доказано, что сбой в программе единственная причина крушения.